Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня будет обзорное видео товаров из интернет-магазина New Chic. Как же я долго ждала эту посылку. В сегодняшнем обзоре будут вот такие прекрасные пуговицы, они деревянные, и две пары обуви. Зимние мужские кроссовки и женские осенние-весенние сапоги. Но начну я, конечно же, с более близких нам товаров, товаров для рукодельниц. Это вот такие пуговицы. Итак, деревянные пуговицы. Специально открыла сайт интернет-магазина New Chic, чтобы показать вам, что на эти пуговицы, я сейчас говорю вот об этом скандинавском стиле, стоит 205 рублей, девочки, внимание, 50 штук. Вот они, эти пуговицы, у меня на столе. Они 5, значит, здесь 5 пуговиц, 5 видов пуговиц. Вот сейчас вы все их видите. И каждого вида получается по 12 штук. В итоге, по 10 штук, прошу прощения. В итоге получается 50 пуговиц. Я вот так вот их сюда выложила сейчас. Все это дело. Ну так, для красоты, чтобы создать какой-то стиль. А вот такие пуговицы. Они бывают двух размеров на сайте New Chic. У меня 2,5, 25 миллиметров. То есть 2,5 сантиметра диаметр пуговицы. Бывает еще 2 сантиметра. То есть пуговичка поменьше. Я эти пуговицы так ждала и думала, что они подойдут под мое пальто релакс, но что-то как-то не очень. Я сейчас расскажу о втором виде пуговиц. Это вот эти пуговицы. И на мой взгляд, эти пуговицы больше подходят под пальто релакс. Я положу и те пуговицы и дождусь ваших комментариев, что вы скажете. Но не совсем подходят они под это пальто. Цена просто шикарная. Значит, вот эти пуговицы handmade, здесь написано. Их 100 штук. Внимание, 100 штук. Представляете, и они бывают разных размеров. Я заказала вот, опять же, размер 2,5 сантиметра или 25 миллиметров. Они бывают 15, то есть 1,5 сантиметра, 2 сантиметра и 2,5 сантиметра. Вот перед вами сейчас 2,5 сантиметра. Очень легкие, очень классные. Причем пуговицу можно использовать как с одной, так и с другой стороны. Вот можно, если вам не нравится надпись handmade, сделана с любовью, и можно ее пришить вот обратной стороной, она просто будет бежевая. Но там handmade без love, то есть ручная работа сделана с любовью. Я очень ждала эти пуговицы, вот эти, скандинавский стиль. Скорее всего, придется что-то думать другое. Значит, 100 штук вот этих пуговиц стоит, сейчас скажу, $4.76. Это было, когда я заказывала. Сейчас, возможно, еще дешевле. Потому что вот второй вид пуговиц, сейчас 50% скидка идет вот именно на эти пуговицы. Так что не упустите момент. Рукодельницы. Если говорить о моем городе, я живу в Москве, у нас пуговицы в розничных магазинах стоят очень-очень дорого. Поэтому за 205 рублей 50 штук пуговиц разных, разных видов, это вообще, можно сказать, даром. Посмотрите, какая
винтажная, очень красивая пуговица в морской тематике. Сейчас не хочет фокусироваться. В общем, этот товар я вам смело рекомендую. Ну, а сейчас, конечно же, ссылки я все-все оставлю под этим видео. А сейчас перейдем к следующим двум товарам. Это сапоги женские, но не теплые, не зимние. И мужские зимние кроссовки, которые я заказывала для своего сына. Сыну 20 лет, поэтому у кого есть такие дети, да и взрослым мужчинам такие кроссовки подойдут. Итак, покажу вам сначала вот мое пальто релакс. Вот так вот смотрятся пуговицы, вот эти handmade. И, на мой взгляд, вот этот вариант лучше, хотя не совсем сюда подходит. Все-таки сюда нужна, на мой взгляд, совсем белая пуговица. Если взять вот этот вариант, то будет смотреться вот так. Опять же, не совсем подходит, на мой взгляд. Вот так вот бывает. Заказываешь, надеешься, но в итоге мне не очень нравится. Напишите. Очень хочу знать ваше мнение. Мне кажется, все-таки сюда нужна белая, совершенно белая пуговица. Ну, а теперь давайте перейдем еще к двум товарам. Я заказала сапоги для дочери, но опять, скорее всего, буду носить такие сапоги я. Почему? Потому что оказалось очень широким вот здесь голенище. Вот у кого полные ноги, такие сапоги подойдут. Вот мне даже на мою ногу, не совсем, так скажем, худенькую, мне вот здесь вот широко. Но вообще сапоги по качеству меня вполне устраивают. Это, ну как это вот сейчас, не совсем кожа, но и не дермантин. Вот этот новый вид кожи. ПА или как-то так вот она называется. Очень удобные, очень легкие, с хорошим объемом. Вот вы сейчас видите, у кого есть проблемные ноги, косточки подойдут. Значит, весят сапоги 840 грамм. Я не совсем поняла с размером. Здесь вот размер 25,5. Так, прошу прощения, я уже в них немножко походила. Вот. Но это, я так понимаю, 39,5. Они мне как раз, на удивление. Хотя я заказывала 41 размер. Когда я их открыла посылку, я думала, ну все, они мне малы. Потому что выглядят они очень-очень аккуратно. Ну вот смотрите сами. Нельзя сказать, что это какой-то очень большой размер ноги. Настолько аккуратно выглядит ножка. Значит, что внутри? Внутри вот такая подкладка. Повторюсь, что сапоги не... Опять это вот моя шерсть котов везде. Они не зимние. То есть это весенне-осенние сапоги. Очень классные. Ну, поскольку у нас вот сейчас такая зима, я думаю, что я в них даже сейчас могу ходить. Ну, потому что такой зимы у нас никогда не было. Очень тепло. Красивая пряжка модная. Хорошая подошва. Легкая. Видите, вот она такая. Это резина. Ну, в общем, они соответствуют. Цена-качество хорошая, я бы так выразилась. Стоят они $35 на тот момент, когда я их заказывала. Сейчас, возможно, дешевле. Если честно, я не заходила на сайт, но ссылки оставлю. Кто заинтересовался, пожалуйста, рекомендую. Сапоги очень понравились. Я уже вам как-то показывала, как они сидят на ноге, когда демонстрировала свой жилет. Ну, в этот раз я тоже попрошу Лешика, он... Я обую и снимет меня, чтобы мне не монтировать это видео, дабы сэкономить время.
Вверху тоже вот такая пряжка, но это бутафория. Здесь никак нельзя отрегулировать ширину голенища. Это просто так вот для красоты, скажем так. Вот такие сапожки. И сейчас покажу третий товар. Это кроссовки для сынули. Итак, кроссовки. Кроссовки просто шикарные. Стоят $30 на тот момент. Опять же, пройдете по ссылке, кому интересно, посмотрите. Значит, внутри вот такая очень теплая стелька. Сейчас видите ее. Ну, это, конечно, не натуральная овчина, но, тем не менее, очень мягко и тепло. Поверьте мне на слово, что по всему ботинку внутри идет, конечно же, искусственный мех. То есть они очень теплые и очень легкие. Тоже что-то 500, по-моему, 500 грамм весит 2 ботинка. Вот такой вот мех, то есть они зимние. Вот сейчас ходить в них очень-очень комфортно. Он уже звонил мне: мам, ну когда ты снимешь видео, я хочу уже их носить. Я говорю: сынок, вот на днях сниму. И приезжай, забирай. Вот такой вот носок. Кроссовки я заказывала у него 42 размер ноги. Ну, я заказала на размер больше. 43. Тоже вот такая легкая резиновая подошва. Противоскользящая вот здесь. Ну, я не знаю, как скользко будет, не скользко, девочки. Сейчас сказать точно не могу. Вот. Ну, что еще сказать? Наверное, это искусственная замша. Все строчки, нигде ничего не торчит. То есть за $30, ну это что получается, 1800 зимние кроссовки. Просто красота. И очень-очень легкие. У кого есть сыновья, внуки с таким размером ноги, я повторюсь, моему сыну вот через месяц будет 20 лет. Молодежные. Классные. Причем они там есть разных расцветок. Мне понравились серые, но мой сын очень любит черный цвет. Сказал: заказывай мне черные. А вот такие товары. Сейчас покажу, как сидят сапоги еще раз поближе на мне. И на этом все. Кому понравились товары, проходите по ссылкам. Я вас всех очень люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Итак, друзья, вот так вот смотрятся сапоги сверху. Я вам показываю. Вот у меня проблемная правая нога, но достаточно комфортно косточки. Объем здесь большой, несмотря на то, что выглядят они очень-очень аккуратно. Сейчас покажу, как выглядят сверху, чтобы показать, что все-таки широковато вот голенище сверху. У кого полная нога, тем такие сапоги подойдут больше. Итак, вот то, о чем я говорила. Вы видите, что здесь достаточно широко, но не критично. Я, конечно же, буду носить эти сапоги, но дочери эти сапоги не подойдут. У нее очень стройная ножка. Очень легко, очень удобно. Так что рекомендую. Напомню, что сапоги стоят, по-моему, $35. Это на тот момент, когда я их заказывала. Возможно, сейчас на них скидка. Так что проходите по ссылке, кого заинтересовал товар, и смотрите сами.